Всем здорово, пацаны, с вами Аарон. Короче, продолжаем играть на сервере Смотрента, сервер номер первый. Сегодня у нас обычный летсплейчик. Короче, как летсплейчик. Сейчас будем просирать бабки, короче, в казино. Снял я свои 1 400 000, только я не знаю, все тратить или не все. Видел, пацаны, за 30 минут, сейчас буквально 30 минут. Пацаны выиграли 15 миллионов, два раза по 1,5 миллиона, один раз 5 кака и один раз 1 000 000. Я думаю, может, сейчас никто не выиграл, думаю, может, что-то я выиграю. Давайте, стоимость ставки 10 100 000, давайте, первый раз крутим, насмотрим, да? На CCD Planet я выиграл 5 кака, и я вставлю ссылочку, ой, ставлю видео сюда. Ё-моё! 5 000 000! И мы выиграли 20 тысяч. Просто офигенно. Спасибо, извините за звуки. 50 тысяч. Ну, пожалуйста, дайте мне 5 миллионов или 1 000 000, я уйду. 10. Ну, пожалуйста, давайте. Пацаны, молимся в комментариях, чтобы что-то выпало. 50. Ну, короче, сейчас просру все бабки и все. 50. Ну, пожалуйста, хотя бы 130. Пожалуйста, я что так много прошу? Какой 50? Это пипец, пацаны. Короче, пацаны, смотрите, тактика. Нам надо присесть 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь на альте идем. Крутим возле 15 миллионов и испытаем удачу. Сейчас, смотрите, лям. Конечно, блин, 50 тысяч. Капец просто, пацаны, как так можно? Я сейчас просру все деньги, 50 снова. Ну что за дичь, скажите мне. 20. Вообще 20. Ладно, давайте последний раз и едем в другой. И поедем сейчас в ЛСКС. Нет, давайте в СФ поедем. В СФ же казино есть. Ну капец, это что-то не везет. Пипец просто. Я уже всрал, сколько? 900 тысяч. Так, F11. Так, давайте посмотрим, где в СФ казино. Или в СФ казино нету. Походу нету. Ладно, давайте поедем в ЛС. Главное, чтобы сейчас никто не выиграл ничего. Так что по-быстрому надо. Кстати, да, завтра будет... Наверное, завтра будет этот... Обзор Хуракана. Игрока там. Вообще четкий. Так что давайте. Приготовляйте свои лайки. И, кстати, да, подписываемся на канал. То, что что-то нас мало, и сегодня у меня что-то строе. Отписалась. Это что-то не дело, пацаны. И пишите в комментарии, что вы хотите видеть на сериях. Я снимаю тест-драйв. И скоро, короче, где-то на этой неделе что-то будет интересненькое. Вам очень оно понравится. Прям очень. Ну, если вы, конечно, любитель. Типа Сан Андреаса, типа GTA 5. Ну, короче, вы поняли, что я уже хотел сказать. Но все равно, там, короче, будем играть. Всё, приехали в казино ЛС. Если заспавнится розовый Мэрин, значит это на счастье, пацаны. Запомните, если розовый Мэрин стоит справа, это на 50 тысяч. Ну почему не везет? Ну пожалуйста. Давайте нашаманим. Шакала мане, хере мане, давай мне деньги, 50 тысяч, 1 000 000, 130 тысяч, не давай мне 50 тысяч, давай, давай, давай. 20 тысяч. Ну, пацаны, давайте. Если мы хотим 1 000 000, значит, оно дает 50 тысяч. Если мы хотим 50 тысяч, нам дает 1 000 000. Железная логика. Пожалуйста, 50 тысяч. 50 тысяч, пожалуйста, я хочу 50 тысяч. Мне 20 дали. Спасибо. Чё скажешь? Пацаны, коротко о моем счастье. Вернее, везении. Нихера не везет. Просто пиздец.
Я прослал 1,5 миллиона, просто 1,5 миллиона. Опа, случайно нашел раз. Все, пацаны, 1,5 миллиона ушли. Нихера не выиграли, нихера не копили. Вывод какой? Пацаны, никогда, просто никогда. Если вы думаете, ой, я супер везучий, все дела, выиграю, все хорошо будет. 5 миллионов, визи, 5 кака. Просто никогда не играйте в казино. Просто не играйте. Мне сейчас надо сидеть тупо и задротить и в такси, чтобы что-то назад вернуть мне 1,5 миллиона. А тут, блин, я не знаю, на CCD Planet я со второго раза выиграл 5 миллионов. Со второго крутка. А это, блин, 1,5 миллиона просрал и нихера не выиграл. Вот что за дичь? Короче, вывод какой? Не играйте никогда. Просто никогда не играйте в казино. А вам хуже будет. Я думал, сейчас, блин, понакоплю на этот. На домик сделаю конкурс. Все будет чики-пуки. Витой, что сделалось? Просрал 1,5 миллиона. Ну, вы не переживайте. Я, конечно, сейчас заработаю в такси. Это денежек немножечко, и конкурс обязательно будет, когда, наверное, да, в этом месяце, в августе где-то так будет, вы не переживайте. Короче, да, если короче, там, если вы меня увидите на сервере, скидывайте сколько не жалко. Можете мне 500 рублей скинуть, можете рубль, можете 100 тысяч, можете что-то подарить, типа тачки, дома, бизнеса. Я, конечно, это все запишу в ролик и скажу, сделаю обзор, и будет все чики-пуки. Это, блин, что-то взял, тупо взял. Меня тупо соблазнили эти, как они называются. Ну, то, что пацаны выиграли два, ну, короче, много денег. Один 15 лямов, другой 5, третий 1, на четвертый 2 раза выиграл. Причем один и тот же человек выиграл 2 раза по 1,5 миллиона. Блин, я думаю, сейчас зайду такой, о, Эван пришел, все дела, короче, заработал изи 5 миллионов или что-то 15, хотя бы лям. Если бы мне выиграло хотя бы 500 тысяч, я уже был бы рад. А тут, блин, все, что мне выпало, это 50 тысяч, даже 75 тысяч не выпало. На смотре, конечно, жесткое казино, надо, короче, админы поправить. Это что-то как-то не очень. Вы что, издеваетесь, блин? Столько просрал денег заработать. А либо немножечко поднимите зарплату на смотре МТА, чтобы немножко денег больше давало. Тогда уже казино оставьте. Это что-то... Что-то, короче, пацаны, у меня бомбит, серьезно. Никогда просто не играйте, ладно. Давайте, короче, еще раз привезем. Немножечко повозим этих пиздюков. Извините за мат. На такси. Позаработаем еще раз, последний раз крутанем на удачу. Хотя не будем крутить. Короче, я буду зарабатывать деньги. Вы ждите там новой серии. Пишите комментарии, что записывать. Скидывайте мне насчет денежку, если вам не жалко, конечно. На этом все. На этом все, пацаны. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. На этом всем удачи и всем пока.